Девятиклассник Аркадий всю свою жизнь любил читать книги. Любовь к чтению с раннего детства прививала мама. Сначала это были книжки-малышки, потом букварь, затем классика отечественной литературы, а сегодня это зарубежная фантастика. Благодаря всероссийской акции «Неделя без турникетов» школьник смог исполнить свою мечту – приоткрыть завесу тайны производства книг. Его класс отправился на экскурсию в типографию. Когда узнаешь и видишь все это своими глазами, то получается то, что оборудование может дать фору любому современному. В стенах производства опытные специалисты рассказывают мальчишкам и девчонкам о своей профессии. При работе с детьми учитываются их возрастные особенности. Любознательным пятиклашкам больше интересен сам механизм производства, поэтому экскурсовод поясняет детям, для чего нужны рычаги компрессора на линии. Старшие классы и студенты интересуются в первую очередь условиями труда. Конечно, специальность интересная, потому что каждый день выходит новая книга, интересная. Сейчас тиражи небольшие, но количество довольно проходит обширное. И приходится особо уделять каждому изданию, которые мы работаем в основном с московскими издательствами. Каждому изданию большое внимание уделяем, чтобы книга вышла на достойном уровне. Подобная акция проходит дважды в год. Общение ребят с профессионалами своего дела помогает им определиться с будущей профессией. Вплоть до 21 октября школьники и студенты посетят больше 10 ведущих промышленных предприятий области. Среди них авиагигант «Авиастар СП», Ульяновский автомобильный завод, Димитровградский автоагрегатный завод, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.